Мы теперь идем сейчас домой. Чего у нас деньги спадут? Ну что ж. Богатый. Да, богатый вообще весь жизнь. Чувствую, мы на НГ. На НГ мы нагуляемся, конечно. Сейчас, подожди, я прицеплю камеру с тонохода, там неудобно я в руке держу. Так. Ребят, мы идем в сторону нашего дома. Идем не по Ленину. По 505-го. Потому что мне что-то кажется, что я проебал аккумулятор на улице. А этот чел катается по перилам. Давай. Здесь широко. Широко, давай. Давай, по красоте тебе. Все, дальше я тебе хочу там камеру. Они как бы еще там, она еще на ней. Ахуй, это сделал. Давай, не замечай. Ну, на тебе жопа болит. Короче, ребят, мы сейчас выйдем на первый. Если нам копать в танке, это не сильно. Слышь? Нет. Сейчас до нас реально какой-то. Я вообще специально прямо так снимать. Сюда, пожалуйста. Ребят. Нет. Все, мы счастливого пути. Это ты. Ты дебил, что ли? Чего? Чего не накрывается? Мужик запер. О, посмотри. Впрочем, мы уже попали домой. Я сейчас все равно буду снимать сейчас. Ну правда, давай. Я хочу вдоль вот этой стенки пройти. Как Анфиса Чехова. Давай. Ней, ты хочешь тебе? Встань. Ох, Спартак. Календарь. Подожди, берись. Ты понял, да? Пошли. Прикройся. Пошли. Плохо. Развлекательные фото 150 рублей, да. Лайф. О, там, по-моему, кто-то глянул. Лазерный байк, что? Лазером. Спайк. Пошли там туда. Зачем? Я боюсь того, что мы там просрали аккумулятор. Пройдем там, все, что у нас еще времени нахера. Нет, тогда пойдем вот там, перейдем и все. Вот, переходи здесь, давай, без, по правилам, не надо. Нет, давай налево. О, пойдем. Кстати, здесь... За машиной я вошел и все. Хватит. Пошли! Идиоты! У меня в рюкзаке все гремит из тебя! Я хотел сняться на фоне окна, потом видел, что там люди, стоит на меня официант палит. Ребят, вот там, где нас... Орех, рай. Торговый центр, орех. Вообще, я сейчас... Что там рай? Раньше он какой-то был. Не такой, занюхал. Обычно был торговый центр. Лови момент! Кстати, как прикольно освещение сейчас. Я знаю, что такое. Я вижу сам себя в отражении камеры. А я как сейчас, будто... короче, пойдем по 905-ю, я буду смотреть, вдруг не лежит ли там нигде мой аккумулятор. Короче, мне кажется, что он там. О, да. Давай. Мне кончил. Слэш мне кончил. Я тоже. Сука. Ага. О, слышь. Охеренно. А я так не поехал такси. Здесь мы доедем, короче, до моста. До этого знака, короче, с этим таксистом доехать. До знака, что он приходит доехать с этим таксистом. Давайте, короче. Посмотрим, сколько он попросит за это. Блин! Там лужа. Я в ней чуть-чуть. И снова я иду здесь, народ. И снова. Я боюсь, как бы на меня сосульки там не упали. Там есть маленькие сосульки. Давайте, будем идти вот так. Та-да-дам. Тра-да-да-дам. Там-там. Тра-да-да-дам. Там-там. Тра-да-да-дам. Там-там. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пом-пом. Ууу, бич. Давайте, ама босс сейчас будет. Ама босс, бич. Эй.
Я знаю. Ну, Бог, видишь, Дед Мороз уже, кстати, светит. О, еще одна. Еще одно окно. Я мечтал. Я всегда мечтал узнать, что там. Теперь узнаем о своем мире. Не, я там ходил один раз. Когда ремонтировали передний. Давай здесь режем, короче. Батя бус уже мимо нас проехал, когда мы переходили дорогу. Ладно. Да. Когда ты пошел, ты говорил, пацаны, я тебе говорю, батя бус, блядь. И на видео. Да. Ребят, это уже четвертая часть. Третью я... Ну, точнее, третью, вторую я разделю без палева и уже разделил, я не знаю как. Сделаю. Куда? Хочешь сам обойти? Да. Мне с тобой страшно. Не, пошли, я хочу по тому мосту пройти. Ты там не перейдешь, здесь только пешеходка, пошли. По дороге. Пошли уже. Не, под мостом я тоже не пойду. Чего? Чего? Я тебе говорю, я хочу по тому мосту, по дальнему. Чё? Просто так. Ладно. Если меня сейчас маньяки нападут, ребят, вините во всем его. Мне уже страшно. Готов. На силу. Ой, ёбна. Некит, а тут каток заливали. Некит, здесь каток заливали. Чё? Давай. Плохо. Обломился. Обломился плохо. Нек! Я говорю, мы заберем сюда. Вон там по забору можешь залезть. А ты хочешь? Вон там по забору можешь залезть. Да, по забору можешь залезть. Там вообще можешь зайти. Ну да. А ты его хочешь? Ага, нет. Всем привет! С вами... Джокер. Твинки. Ну, он Твинки, Джокер. Я не Твинки. Пока. В этом видео. Он будет во всех четырех частях Джокер, а потом будет он Твинки, мы ему новый ник придумали. Джокер уже как-то надоел. А Джокер должен ходить разукрашен. Я считаю. Сейчас разукрашен. Он ничего не снимает. Не ходит разукрашен, так ему Джокер не идет. Я так думаю. Ой-ой-ой-ой. Вот здесь можно лезть, я вот здесь зимой залазил по сугробу. В коньках. Ты что, пидор, что ли? Нет, а мы просто перелазили ради угара, в коньках перелезли и все. Мне эта штука всегда нравилась, детство просто на ней. Обожал лазить. А только здесь парковка еще была. Вот это. Знаете, такая хиромантия. Шлюшка. А, не, да, щечка. Блин, а мне точно она провалилась. Я иду, я уже весь замерз. Форс, форс. О, РД. Фигачим в сторону дома. Идем по той же улице, где шли, потому что я боюсь, что мы просрали аккумулятор, когда вытаскивали один из водопроводов. Возьми, сейчас идем проверим. Там, там. Точно! Походу даун. Походу даун, ребят. Пошел на. Он потому что стал орать пустое место. Там эхо. Кстати. Эхо. Я давно не ходил здесь. Уже все облезло, стенки смотрите. Ребята. До трех ночи. Режим работы. Этот торговый центр работал реально до трех ночи. Берингов. Надпись Берингов еще висит. Блин, может сюда залезем? Видеонаблюдение, видеонаблюдение. На каждом окне висит, смотри. На каждом. Даже где тут видеонаблюдение? Вон в конце. Да написано где? В конце. Ты, ты дебил? Чего? Где тут написано? Здесь, ну здесь уже нет. Ребят, я сам хочу туда. Мне это здание очень дико нравилось, особенно планировка. Оно такое, не потолки низкие, вообще охеренно просто. Вообще дичь. Охеренная дичь, ребят.
напрягает ничего. Чел идет, справа. О. Кстати, вот это здание, это бывший дом был, прикинь. Вот это нас, и поэтому Аквилон. И поэтому Аквилон заказали. Он, кстати, реально, у него там трещина где-то есть. Ее замазывали каждый год. Потом кто-то там заказал, арендатор черный. Заказали Аквилон, чтобы сделать плохую. За него стойку не платить. Не казали, его признали, что он раздолбан. Вот это бывший. Вот там был бывший дом, где труба. Эти дома были почти под землей, ребят. Дом, который построил. Поэтому Аквилон тоже съезжает потихоньку в реку. Там подземные воды. Бежали. Ней! Я хочу там пройтись. Ребят, сейчас полезу с камерой. Чисто радиугар. О, блядь. Никита не залез первого раза на мост. Для вас было. Ебанулся очком. Нет же. Блядь, здесь лужа. Вот его. Он наш Джокер Нейкер. Он не может по тому мосту. Чуть медленно. Да я. Или поэтому. Какой-то наркоман, который лазит на заброшки и на всякие закрытые объекты, которому... Короче, я наркоман Никита. Я херачу. Это херенные аэрокадры. Я не знаю, видно, не видно речку. А, реально. Ребят, там Джокер с каким-то челом идет. Орут на всю улицу. Друг на друга. Он вообще разговаривает громко. Интересно, с кем он там идет. Максим, разминулись начали моста. Камера еще работала. Сейчас не знаю, она. Чел сейчас. А нафига? Ну что, на думке куда-то затерялся. Я проснулся, если сейчас пройдем. Я пошел. С другом. Из тренировки. Как он пошел? Домой. Где? Че, где? Где он? Туда побежал, побежал. Я слышу, просто с ним как-то громко разговариваешь, я не понял, что за член. Я думал, ты сам собой там херай. Ребят, короче, потому что я реально всех люблю поводить. Всех своих друзей и не друзей. Ребят, к сожалению, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем. Я потому что у меня села камера. И не знаю, где второй аккумулятор. Мы его проебали. Возможно, мы его сейчас найдем, да. Так что всем пока, до скорого. Удачи, амигос. С вами был я, Леон. Подписывайтесь на канал. Ребята, срочные новости. Рекомендую вам такую штучку. Круглосуточный шашлык, но только что-то он не круглосуточный, нихера, поняли? Поняли, да? Шашлык, шурглили, репешки, всякие фигни. Рекомендую, только он не круглосуточный, был круглосуточным. Сейчас не знаю.